раньше, когда ты подавал заявку, была такая, ну, в общем, партнеров, отвечали для того, чтобы стать партнером, тебе нужно заполнить документы. Там определенная форма была, по которой ты там писал свой адрес, там что-то, еще что-то, и, короче, очень много разной информации. До всяких там санкций со санкцией с Россией. Это вот у Ирсуты были одни из первых сабскрайбов, и первая аудитория у него была. И там можно было ввести, по-моему, выбрать вариант, то, сколько стоит твой сабскрайб. И он выбрал, по-моему, $2.5, вот у него он так и остался, если я не ошибаюсь. Ну, я не все знаю. По-моему, там можно было. Когда я подавал заявку, там такой функции не было. Вот и все. Вот, типа, что говорит НС? Типа, ты берешь... Вот. Аганим на этом герое очень даже неплох. Напомню, что он увеличивает длительность ультимейта, дает легионке эффект БКБ и не позволяет никому со стороны вмешиваться в вашу дуэль. Однако, порой очень хочется, чтобы кто-то вмешался, особенно при каком-то одиночном ганге. Так вот, сразу после того, как вы активировали дуэль, вы можете переложить аганим в рюкзак. При этом произойдет следующее. Длительность ультимейта не сократится. Эффект БКБ с вас исчезнет, то есть урон от магии и всякие станы вы начнете получать. Однако останется визуальный эффект, который может спутать ваших оппонентов. Ну какой, мол, смысл кидать в героя, который как будто бы под БКБ какие-то магии? Никто, наверное, этого и пробовать делать не станет, то есть обман получается такой неплохой. Также исчезнет эффект невмешательства союзников и противников, то есть и вас, и цель под дуэлью снова можно будет атаковать извне. Чем это все полезно, спросите вы? Ну, в общем, суть в том, что если у вас есть какой-нибудь там Скаймаг, например, вы ему орете, что кидая под него Мистик Флэйр, а ты перекладываешь аганим. Поэтому, из-за того, что ты можешь убить героя, вот и все. Но это так. В мэрах 7573. Но было 7900, потом 7100, и вот обратно возвращаю потихоньку. Вот тоже на ЛЦ играешь. Красава. Кто это? Mind Control какой-нибудь? Plain Jane 42. Моника. Legend of Bulba. Понятно. Ну, судя по аватарке, он не уступил на флейн. А, со мной еще Блевота играет. Феникс Банни. Зитрак, 4-я позиция. Ну опять Феникс Банни, что делать? Мангалером придешь? Протыкать всех. Или взять что-нибудь супер дерьмовое. И выиграть. Только не там. Да, с ним нечего играть. Так, сам, конечно, поиграю. Пошли. Хотите послушать треки Блевоты? Сейчас, подождите. У него целый альбом вышел. Тут вот первый, кстати, я так их пролистал, я не скажу, что я тут слушал особо, ну, мне не особо такой жанр нравится. Вот первый более-менее, а все остальное такая парашивающая. И тут там голос подделан. Слабо написал работу, мог бы подготовиться, мог бы сдерживать роту, пока мы шли до вца. А, у нас сумасшедшие ниви. Удачи тебе. Не, акция, сори. Ну вообще, я скорее всего тут проебу, потому что у вас пик второй сильнее, чем мой. Так. Я волна. Вообще, короче, я бы Бадяна в миде понапрягал. Да, давай. Чтобы он нас не трахал. А ты в боте как бы член пососёшь, пока я буду в миде напрягать. Тебе главное темпорку загнать, не похуй, я камбэк на любом случае. А, они тоже сапнулись. Тем снайпер слышу. Да. Корея, ну колебляю. Кто стример в команде? I have low MS. Ну, сам по себе, я все равно бегу, он пульт за мной идет, блять, ебаный. Dark Willow, в боте будешь помогать? Лошко на вируте. А ему нужна помощь против Виверта этого, блядь, против Найса вообще? Не знаю, но я иду к Бадяну, мне кажется, Бадян сейчас ливанет тупо, вот, скриньте. Fight if you can. To the enemy.
Новый еще. Прикольно, минус 3 танга, просто потому что, да. Надо второй вал получить. У меня кустов нет. Второй левел пуч. А здесь стоит. Фивер, do you need help? Даже вернуться от куста не может. Дэнди, слышал мой рэп-альбом? Да. Я ее убиваю. Оп, одно хп! Одно хп! Опа! Могу на базу тэпнуть. Не надо? Не-не. Ну и все, и сосать тогда бама. We can dive, I have golem. Ладно, я сам на базу тэпнулся. Как же ты лимонник? А как она сосала? Говорят, что мало. Что, блядь? Ой, все, блядь. Подал вроде сдох. Цемка смог, цемка смог, пробовали его на kill mid. Or I don't know, warp here, maybe. А я ж пятерка. Ка. Мне еще дэвардить еще. 7 из камень, 7 из камень звал. Цем. Я сзади бегу. Я не помогу. Давайте айсберга вот убьем сейчас и все, это сакатика полная. А не застанем, все, конец. А чё у тебя второй килл в двойку? Да, не шарю. Худшая дарквилл у всей Руси. А таблетка, это ты что ли? Да. Да. Извини, пожалуйста, я больше тебе ничего никогда в жизни не скажу. Блин. Не обижайся, ну ты чё, я просто... Из-за того, что разговаривал, не застанил щела. Неприятная ситуация, так сказать, вышла. Реально, блин. Но было прикольно. Я пару убил даже так немного. Чё он меня хочет? Я бегу к тебе, но я не знаю, по-моему, тебе жопа. Я бегу на... А вот ты питал, Макс, не глупал. Да я соло. Соло! Убеги. Тебе пизда. Окей, это уж бура. Неприятно, да. You had no refraction, man. А чё, Акса, можно файт? О, наконец-то! Да! Да! Это я, парни! Респект таким ребятам. А вот так всегда, ты чем хуже играешь, тем лучше у тебя как бы команда. Ты мой альбом вообще слышал? Не-не-не, в плане, ты должен послушать мой альбом. Я ссылочку как бы после игры дам. Ссылка в описании. Ну после игры будет ссылочка. Вообще, короче, вот фанаты Глеба, который Йон, слушайте альбом. Да я ж послушал. Ошибок, там ссылочку. Не-не, там ссылочку в чате оставь на меня, чтоб послушали, оценили. Я на стрим не прошел. Знаете, держите. Парни, послушайте качественную музыку. Может, фанаты появятся. Антон Блевота. Начение. Ебать, айсберга с Глебом.